видно ни души. Но такое чувство, что мы не одни. Эй! Что? Что случилось? Скорее всего, мы здесь не одни. Из вентиляции кровь течет. Отключен. Значит, на лифте не поедем. А здесь лифта вообще нет. А, полюбуйтесь на это. Какое же месиво. Кожа настолько бледная. Впервые такое вижу. Используйте генезис, чтобы снять показания. Нужен образец приличных размеров, чтобы генезис снял точные показания. Просканируйте останки на берегу и отправьте мне данные. Оно шевелится. Осторожнее, вы оба. Его знают с таким самым вирусом и не делать. Это я уже понял. Не волнуйтесь, все под контролем. Наверное, для выжившей в Ракун-Сити такое пара пустяков. Пожалуй. Так почему ты перешел из FBC к нам? Я хотел помогать по-настоящему, хотел сражаться. Оба живые, я погляжу. Продолжайте расследование, но будьте предельно осторожны. Крис, притормози. Мы почти пришли, Джессика. Надеюсь, ты прав. У меня ноги отваливаются. По нашим данным, лагерь с другой стороны этого пика. А вот это может дать нам зацепку. Судя по данным, они летели в аэропорт Валконненмёке, белую хижину. Возможно, Вельтро там. Через шахты пройдем быстрее. А я тут думала о Джилл. Пока не о ней думай. Не расслабляйся. Вы ведь раньше были напарниками, да? Да, были. Раньше. И что с того? Да знаешь, просто спросила. Говорит Форкбол. Меня слышно? Крис на связи. Слышу вас, сэр. Вы в порядке? Где вы? Помехи на местности глушили сигнал. Мы возле белой хижины. Черт, так это была ловушка. Вы это о чем? Я получил ложные данные, отправил Джилл и Паркера в Средиземное море, но они не вышли на связь. С тех пор от них ничего не слышно. В смысле? Как это понимать? Крис, тебе стоит на это глянуть. Это невозможно. О, Брайан, вас это не обрадует. Мы заметили герб Вельтро. Получается, слухи об их воскрешении, правда? Если так, то... То и ловушка, в которую угодили Джилл и Паркер, дело рук... Да, я почти уверен в этом. О, Брайан, мы отправляемся за Джилл и Паркером. Надеюсь, это не проблема. Вовсе нет. Доберитесь до Средиземноморья, а мы будем держать вас в курсе. Ты понимаешь, что происходит? Еще успеем выяснить. Пора выдвигаться. Джин, что у тебя там случилось? Нашла гражданскую. Но мутанты до нее добрались раньше. И кем она была? Как раз пытаюсь это выяснить. Паркер, я не смогла выяснить, кто она, но у нее при себе был ключ. Понял тебя. Не теряй, может пригодиться. Джилл? Паркер? Ты где, Джилл? Я не знаю. Думаю, в каюте. Где-то на этом корабле. Черт! Гад забрал все мое оружие. Свяжись со штабом. Не могу, связь отрубилась. Надо перегруппироваться. Джилл, ты в норме? В норме. Но корабль кишит биооружием. Ладно, надо найти наше снаряжение. Кажется, я видел его по пути сюда, но добраться не смог. А если попробуем вместе, может и получится.
Сейчас как что-то выскочит. Смотри под ноги, нам нужно двигаться тихо. Да, знаю я. Квинт, передай мне отвертку. Конечно, Сити. Опа. Только не говори, что потерял ее. Ладно, и где? Точно помню, что где-то она была. Погодь, ты ведь ее выронил, когда грохнулся, да? Вот так. Ну ты и растяпа, знаешь? Прости, Точичик. Эй, уймись! Что с тобой не так? Что-то... я не знаю, что-то меня ударило! Чего? Слышь, меня подбили! Мне прилетело! Еще один проход! Квинт, сколько осталось? Я прямо ничего не вижу! Прям полный отстой! Прием! На связи, придурок! Как обстановка? Ну, привет. Есть идея, где нам искать Паркера и Джин? Джессика? Да, конечно, секунду. Судя по состоянию судна, предположу, что что-то не так с моторами. Держу пари, ребята сейчас в трюме, пытаются их завести. Звучит логично. Значит, спускаемся туда. Молодцы, BSA. Ваша деятельность раскрывает глаза. Морган Лэнсдейл. Я знал, что Брайан и его псина Реймонд что-то разнюхивают в моих делах. А вот на ваше участие я не рассчитывал. Это была моя единственная ошибка. Надеюсь, вы понимаете всю серьезность того, что я показался вам лично. У меня есть большая слабость. Я боюсь даже мелочей. Поэтому и вынужден устранять каждый последний изъян. BSA, мой дорогой директор О'Брайен, всю вашу организацию. От вас одни неприятности. Вы ведь не думали, что я позволю вам свободно здесь все вынюхивать? Хватит обманываться. Взгляните. Ваша судьба в моих руках. Реймонд ведь сказал, что его напарница пошла в трюм? Значит, у Рэйчел, или как там ее, при себе ключ. Осталось ее найти. Есть у меня идея, где ее искать. Ты про тот труп, который видела? Да, но я надеюсь, это была не она. Нашла. Ох, черт. Джилл, что стряслось? Я нашла цель, но она теперь зомби. Ну почему так всегда? Вкусная закуска для меня. Она скрылась, уползла в вентиляцию. Давай за ней, ключ может быть у нее. Из вентиляции есть еще выходы. Поняла, ищу. Я выдвигаюсь к тебе, скоро буду. Комиссар Лэнсдейл был бы. Да, босс давно настаивал на расширении полномочий FBC. Именно о подобных ситуациях он и хотел предупредить мир. После такого все точно задумаются об угрозе биотерроризма. Неплохая рекламная кампания получилась. Ну да, может, мировое сообщество наконец поймет намек. FBC ждет нехилое расширение. Черт! Проклятые твари! Реймонд! Джессика, помоги ему! Думаю, этот был последним. Все отлично, я в норме. Ты ранен. Не строй из себя крутого. Ладно, сам он идти не может. Паркер? Был же приказ эвакуироваться. Но я же могу сражаться. Не убедил. Хватайся за меня и вперед. Уходить нельзя. Тут еще остались гражданские. Мы должны хоть попытаться. Нас слишком мало. Нужно перегруппироваться. Как несколько десятков человек смогли провернуть такое?
Кто их вооружил? А еще это биоружие. Эти террористы должны за все ответить. Зараза. Черт! Опять они! Все нормально! Я выиграю для вас время! Оставьте меня тут! Слишком ты молод, чтоб героя себя корчить. Хоть погоны заслужи, помереть успеешь.